Последние дни декабря Белореченский совет ветеранов подвел итоги работы за 2018 год. Итоговое заседание совета было особенно торжественным. Ветеранская организация состоит из 64 первичек, в которых свыше 23,5 тысяч человек. И в собраниях совета принимают участие представители всех ветеранских объединений. Особую атмосферу мероприятию, которое пришлось на последнюю неделю уходящего года, придал ансамбль из села Школьного. Оживлением в зале ветераны встретили и других почетных гостей – депутата Государственной Думы Российской Федерации Константина Затулина и главу Белореченского района Александра Шаповалова. Хочу пожелать вам здоровья, хочу пожелать вам счастья. Я, конечно, понимаю, что все вы обеспокоены, как и вообще люди нашей страны, тем, что нашу страну пытаются все время объявить виноватой во всем смертных грехах. Не беспокойтесь, и армия, и оборона, и президент у нас крепкие люди. И в этом смысле наше будущее, я считаю, защищено. А что касается внутренних проблем, да, они есть, к сожалению. Александр Шаповалов тоже поздравил уважаемых жителей Белореченска с новогодними и рождественскими праздниками и вручил благодарственные письма самым активным членам ветеранской организации – Тамаре Николаевне Борза, Зинаиде Павловне Бурута. Спасибо большое. Лидии Степановне Истоминой, Галине Ивановне Лакербай, Валентину Яковлевичу Матвиенко, Геннадию Андреевичу Рудометову и многим другим. В 2018 году работа ветеранских организаций Белореченского района, как всегда, была активной. В рамках месячника военно-патриотической работы ветераны участвовали в уроках мужества, фестивалях и творческих конкурсах, выставках прикладного искусства. Огромный вклад Совет ветеранов внес в подготовку и проведение Дня Победы. В прошедшем году ветераны были организаторами многих мероприятий в нашем районе, в том числе спортивных. Пожилые люди не оставались в стороне ни от политических событий, ни от социальных акций, ни от праздничных мероприятий. Принимая план работы на будущий год, Совет ветеранов решил активизировать патриотическую работу среди молодежи, окружить заботой и вниманием ветеранов и одиноких пенсионеров. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов. События и люди.